Мы продолжаем наш выпуск. Заведующая сосудистым центром 2-й Люберецкой больницы Лариса Сметана удостоена почетной награды из рук губернатора Андрея Воробьева. Помимо нее, еще 19 лучших работников здравоохранения получили награды в Доме правительства Московской области. Другого пути, как стать врачом, у Ларисы Сметаны быть не могло. С самого детства она видела работу медиков. С детства еще мечтала стать врачом, потому что перед глазами все время был пример моей мамы. Она работала гинекологом. Вот я часто пропадала с ней, бывала в роддоме. Потом в дальнейшем она лечила бесплодие, видела благодарные глаза этих женщин, которым она дарила счастье материнства. Вот и с детства зародилась такая мечта стать врачом. Школа, законченная золотой медалью, затем Донецкий мединститут, защита диссертации по сосудистой неврологии в Москве. Этот долгий профессиональный путь позволил Ларисе Сметане с нуля создать сосудистый центр на базе 2-й Люберецкой больницы. Сюда в экстренном порядке поступают пациенты с инсультом. Территория обслуживания – Люберецкий округ, Лыткарино, Жуковский, Раменское, Котельники. Поток больных бесконечный. Тут нужно быть постоянно в форме. Держимся, потому что у нас хорошая команда, у меня хороший коллектив, вот, который взаимозаменяем. Да, то есть мы можем заменить друг друга. Своей главной заслугой доктор считает то, что при выписке ее пациенты, перенесшие инсульт, способны обслуживать себя сами. Высокое качество жизни больных после стационара – основная задача, которая стоит перед сосудистым центром. Такая трудная, кропотливая работа отмечена почетным званием «Заслуженный врач Российской Федерации». Являясь главным неврологом медицинского округа номер 3, Лариса Васильевна ежедневно проводит консультации и лечение пациентов с нарушением мозгового кровообращения. В этом году ею проведена профилактика инсульта у более 1500 пациентов. Мне, конечно, очень приятно получить такую высокую награду. Вот, шла я к этому долго и часто очень непростым, таким тернистым путем. В подмосковном здравоохранении работает почти 118 тысяч человек. Более 20 получили награды разных степеней в Доме правительства Московской области в Красногорске. Мария Кузьмичева, Александр Томей, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Меня зовут Александра Томей. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.